Приветствую всех зрителей канала в игрушке Singularity. Какая там пятая по счету? А ну-ка иди сюда. Ну и что это даст мне? Ага. Так, если я не ошибаюсь. А, не, не так. Во-первых, в предыдущей серии мы с вами завалили особо интересного босса, который маленький и не совсем понятный. Поэтому, кто не смотрел, советую глянуть. Во-первых. А вот во-вторых, здесь у нас должен стоять оружейный шкаф, насколько я помню. Только бы нам его найти. А я не отсюда, что ли, пришел? Кажется, отсюда. Так, да. Far Cry 6 был такой тайничок. Или не оружейный шкаф у нас здесь? А, нет, да, все верно. Память еще осталась. Надо же, я очень давно последний раз проходил игрушку, но тем не менее. Так, ну, как бы такая мини-базука. У меня там сейчас нет, никто не приходит. О! Так, ну давайте, ребятки, я готов. Ты... Ты ничего не попутал? Сразу же сюда перебегаем. Так, а это вы все или есть еще кто-то? Так, давайте-ка вот так на всякий случай сделаем. А, все, это уже не к нам. Так, а вроде доктор Баррисов в предыдущей серии говорил нам поднимитесь наверх. Почему мы спускаемся? Так, двигайся медленно, твари слепые, но реагируют на звук. А, да-да-да. Ух ты ж, блин. А я уж вас и забыл. Тихо-тихо. Иди спокойно. Это у нас типа якобы стелс-миссия. Ух ты ж, зараза. Можно было бы, конечно, и заморозочку использовать. Ах ты ж, зараза. Замечательно просто. Так, все померли, нет? Не получилось с ребятами по-хорошему. Ах ты ж зараза, ах ты ж ублюдок.
Я тут в начале каждой серии, походу, буду сейчас ловить приколы. Иди ешь спокойно. Так, как так получилось, что он меня спалил? А, понятно. Среди них тоже есть. Те, кто опустились. По всей видимости, я наступил на него в предыдущий раз. Вообще было бы неплохо взять миниганчик, прийти сюда. Да твою ж. Спокойно. Полегчало. Еще вот эта музычка напряженная. Так, здесь у нас что? Капец, с этими ублюдками бороться, что ли? Мелкими. Так, это я. А для чего мне надо было сюда? А, о. У нас здесь секретики. Надеюсь, никто не прибежит на звуки. О, ребятки, хотите фокус покажу? Познанием физики. А чё, где два тут? Два друга твоих. Когда в воде долго перележал. Не-н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 е. Такой меня не привлекает. Мне сейчас было что-то написано. А где он ее? Что за фигня? Как сразу же обезопасить себя от этих маленьких ублюдков? Но, судя по звукам, не особо поможет.
Так. Вновь у нас любители тишины собрались. Так. Блин, там один ходит, как бы он сюда не пришел. Ящик, ящик мне сюда, пожалуйста. Хотя очень интересно. Сейчас я сделаю вот так. Так, ну вряд ли они ко мне сюда залезут. О, здорово. А чё это ты? Откуда? Да ладно. Не успел отойти, они уже устроили тут. Ящичек. Ящичек-то я не взял. Значит. Ой, не, не то. Да. Так, ну... А здесь у нас их всего трое. Четверо, да, там еще один лежит. Блин, давай-ка ты пройди сначала. Непонятно только, почему у меня ящик до этого пропал. Присаживайся. О, вот таким вот образом мы должны были сделать. Да ты чего убираешь? То есть как бы ящик мне все равно здесь нужен был, да? Интересно, интересно. Моменты иногда забываются. Найди поезд и отправляйся в порт. Время на исходе. А мне сюда зачем? А, это не последний этап еще. Судя по звукам, я, конечно, могу ошибаться.
Но кажется, мы сейчас еще будем бегать с этими ребятками. Или не будем, но на всякий случай. Ну все тратить-то надо. Ну, прилег, отдохни. Так, а это что за... Я слышу эти звуки. Осторожно, солдаты Демичева ищут нас повсюду. Блин, ну никакого экшона. В предыдущей серии, мне кажется, в этом плане было поинтереснее. Там тебе и стрелялка, там тебе и босс. Хотя вполне вероятно, что она, которая нас видит, будет как раз-таки сейчас. Нажмите быстро Q два раза, чтобы превратить солдата в извращенца. Больно. С возвращенцами ничего не делать. Логичный вопрос тогда, что у нас здесь? Так, отлично. Теперь можно таскать эти аптечки с собой. Больше. Да зараза. Или это тот же самый? Вон оно что. Ну, пошлите сюда тогда. Опа, иди сюда. Только не ко мне, пожалуйста. Зараза. А нет, он не ко мне бежит. Тут тоже немало. Как бы. Ай. Блин, там этот уродец бегает. Сейчас как бы... Что, не слышишь его, что ли? То есть меня ты слышишь, а его нет, да? Угу. Может, тебе пора познакомиться. Или еще не пора? Пока. Никто его не видит, отстань от меня. Лови. Ты так не рискуй. Я чуть не испугался. Так, это что, отсюда откуда-то звук? Так, отлично, бежим. А, блин, подката-то нет.
Но с одной стороны, с другой стороны, сюда они не залезут. Можно сидеть. Да идите, патрули, фигня, а не патрули. Идем. Чем-то мне это Фиор напоминает. А... Вот ты-то мне и поможешь. Так, давайте-ка вон туда перебежим. Потому что сейчас этот натворит там дел. Ты меня видишь, ты? Я не понял. А чё этот братишка-то мой? Или они его завалили? Да снизу уже стреляют. Так, понятно. Видимо, того я точно так же испепелил. Не знаю, понадобится ли мне это, но... Везет тебе. Так, у меня здесь все нормально. Патрончики. Кстати, можно, конечно, обойму увеличить Валькирия, если мы найдем оружейный шкаф. Но, блин. О, привет. Вот на ее валькирии это цевьё. Я думал, что здесь подствольный гранатомет. У него приклад от Скар-Эль, что ли? Ты там передохни. Посмотрите, что нам выпало. И вот теперь автопушка, ну как миниган практически. Малокалиберная пушка с боезапасом 100 снарядов. Хорошо для затяжных боев. Правда, у минигана это охладитель крутится, а здесь, видимо, стволы все-таки. Кажется, я могу открыть ее с той стороны. Так открывай. И такая раз и ушла. Ты тут оружейный шкаф нигде не видела? Это пульт управления. Проверим, работает ли. Удачи. Да, 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 великолепно. Попробуй так. Сейчас, погоди. Усовершенствовать. Раз, два. Раз, два. А, нифига, мне нужен еще один. Ну, пускай выйдет. Так, боезапас. Великолепно. Я готов к самому затяжному бою.
Вот там попробуешь открыть. А подожди, а это лестница. Все, оружейный шкаф только мой. Что ты хочешь от меня? Катурджа 12. Как я должен ее открыть? И что я должен сделать? Так, я так понимаю, что мне что-то с той стороны нужно. На всякий случай. Угу. Вот, кстати, и сингулярность, которая как бы была и в этом Half-Life. Чудесно, Ренка, получилось. Смотри, Лиз, нам нужно попасть к локомотиву. Пойдем вниз и... Так, спрыгнуть я здесь не могу, поэтому... Ребят, давайте по одному. Так, опа. А это что за фигня вылезла там? Выпустите. Так, у меня еще не полная обойма. Замечательно. Судя по всему, у нас с ним одинаковое оружие. Блин, у меня же увеличение урона. Что за фигня? Нахрен отсюда. Так, мне нужна еще одна бочка. Да ну нет. Это что за фигня? Ой, прости, пожалуйста. Это я его дождаться должен был? Так, патрончики. Что там написано? Не верь ей. Ага. Работает для Родины. Так, я думаю, что аптечки мне не хватает. Распорядок недели. Так, ну без аптечки будет сложно, наверное. Или нет? Сейчас узнаем. Так, Кэтрин схватили, и мы с вами сейчас полезем ее спасать. Элитные части спецназа. Погоди, погоди, погоди. Железный человек. Или походу на его это. Подождите, ребят. Самое время формировать возвращенцев. Так, у нас здесь икшон начался. Так, им я сделать ничего не могу. О, вот эта вещь. Вот это мне нужно. Так, здесь раз-два, здесь раз...
Погоди, 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 не торопись. Я по сторонам смотрю. Так, немножечко задержимся мы с концовочкой серии сегодня с вами. Потому что уж, ну, пройдем. Надеюсь. Вот ты кому там говоришь? Вроде никого. Тихо. Нифига себе ты. Бойкий мужичок. Дах ты ж зараза. А у меня фокус был. Какие интересные звуки они издают. Подождите, подождите, ребят. Я так быстро не смогу среагировать. Воу-воу-воу. То есть взрыв в бочке его уничтожает. А тебя взрыв в бочке уничтожит? Да ты серьезно. Так, а вот локомотив, к которому мы с вами все это время шли. Секундочку, секундочку. Блин. Ладно. Вот это я понимаю. Дали оружие и дали насладиться им в полной мере. Так. Подождите. Вот так вот. Лечение. Не до конца. Ну ладно. Руки валяются, ноги валяются. Так, вот, по-моему, вот это замечательный момент для нас с вами. Чтобы остановиться и продолжить в следующей серии. Потому что, как только мы подойдем к локомотиву, будет много всего интересного. Поэтому на этом моменте мы с вами прощаемся.